Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Захар Саленко, Марина Африкантова и Роман Капаклы вернулись на поляну Дома 2 Сейшел. Александра Черно не может понять, что с ней происходит. У девушки очень странные симптомы и температура, которая то появляется, то пропадает. Саша надеется, что подписчики помогут ей поставить правильный диагноз, потому что ей очень хочется бодрствовать, а не получается. Саймон Марданшин подтвердил слухи о том, что Анастасия Яндальцева покинула проект. Мандезир Свет Амур улетел на Сейшельские острова. Алиана Устиненко начинает избавляться от лишнего веса. На проекте она набрала 10 ненавистных килограмм. Елена Баранова подозревала, что ждет ребенка от Артема Сороки, и даже готова была родить, если бы вдруг все подтвердилось. Но после ссоры с мамой и потасовки сбежала в ночной клуб, употребляла там горячительные напитки и больше не беременна. Валерия Фрост уверена, что на нее никто в суд подавать не будет, потому что из ее уст ничего оскорбительного в адрес Яны Шевцовой не прозвучало. Лера просто предупредила руководство Дома 2 о том, что есть информация о серьезном заболевании у одной из участниц, и все, что разнеслось по сети – домыслы и фантазии. Маргарита Ларченко устала от негатива на своей странице и пригрозила тем, кто ее оскорбляет в комментариях, судом. Оксана Рязко сменила имидж. Теперь она настоящая, неординарная и не такая, как все. Кен Халявин вернулся к жизни. На вопросы подписчиков, куда дел деньги, которые на его лечение собирала Кристина Дерябина, не отвечает. Буквально на днях стало известно о том, что Ольга Сударкина симпатизирует Дмитрию Дмитренко. Девушка влюблена в женатого мужчину, который прилюдно ее отвергает. Зрители телепроекта «Дом-2» могли наблюдать за тем, как Дима Дмитренко отказался принимать знаки внимания со стороны Оли Сударкиной. Парень уверен, что на первом месте всегда стоит семья, а вот мимолетные поклонницы никогда не заменят жену и ребенка. На лобном месте Дима четко дал понять, что у Сударкиной нет шансов. Однако она не отчаивается. Девушка предпринимает попытки покорить Дмитренко и увести его из семьи, делая ему различные сюрпризы. Сегодня стало известно, что Дмитрий только на камерах такой неприступный. Сударкина сообщила, что когда они остаются наедине, Дима частенько с ней флиртует, однако на людях боится осуждения. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Илья Ебаров сообщил, что Маргарита Ларченко беременна, и у них в скором времени родится дочка Варвара. Интересная новость сайта Шлок. Супруги Оганесян в эфирах «Дома-2» ругаются и даже поговаривают о разводе. А в реальном времени у них уже тишь да гладь. От ссор и конфликтов они перешли к делам насущным и начали строить планы на ближайшее будущее. Оганесян готовится к ринопластике, а Черно к родам. Иосиф Оганесян уже давно задумался о том, чтобы изменить форму носа и убрать уродующую его горбинку. Александра Черно всегда была против. Во-первых, не факт, что после ринопластики у Йоси будет красивый ровный нос. На телепроекте «Дом-2» уже не раз были ситуации, когда участницам приходилось по нескольку раз делать пластические операции, но в итоге все равно не получить желаемого результата. А во-вторых, он армянин, и нос его изюминка, которая жену полностью устраивала. Как Иосифу удалось уговорить Сашу, мы пока не знаем. Возможно, это будет в одном из эфиров «Дома-2». Но Оганесян уже активно подыскивает хорошего врача, консультируется с участниками, кто уже делал подобные операции, и выбирает нос своей мечты.
А вот супруга Иосифа занята другим важным делом – Саша готовится к родам. Начать решила, как ни странно, с похудения. Надеюсь, это мы тоже увидим в ближайших эфирах. Ведь пока Черно с удовольствием трескает всякие неполезные и жутко калорийные вкусности, продолжая увеличиваться в размере, ее цель – похудеть как минимум до 85 кг. Как думаете, осилит? Пишите комментарии. Многие фанаты телепроекта должны знать о том, что Валерия Фрост встречалась с сыном миллиардера. Александр Шарыга является наследником нескольких транспортных компаний и с самого детства купался в роскоши, а повзрослев, понял, что может позволить себе больше, чем обычные люди. Отношения Леры и Александра продлились несколько месяцев, после чего парочка сообщила о разрыве. Фрост призналась, что рассталась с Шарыга в нормальных отношениях и не держит на него зла. Сегодня стало известно о том, что Александра Шарыга задержали в Беларуси. Молодого человека взяли с запрещенными веществами в городе Бресте, пьяным в своем автомобиле. Пока неизвестно, какое наказание понесет сын миллиардера, задержанный за пределами России. Бывшая участница «Дома-2» Рима Пинжиева в последнее время достаточно часто стала появляться в стенах телестройки. Однако после одного из недавних инцидентов она вряд ли согласится с такой легкостью на очередной этап съемок. Вернувшись домой после записи, брюнетка пообещала своим фолловерам в скором времени достаточно жестокие эфиры, в которых она приняла непосредственное участие. Тем не менее, держать интригу девушка не решилась, приоткрыв завесу тайны на происходящее. По словам экс-участницы, запись шоу обернулась серьезной потасовкой, которую поначалу совершенно ничто не предвещало. Как объяснила девушка, она не может предсказать, как будет смонтирован эфир, однако заверила, что ситуация была достаточно напряженной. Чтобы подтвердить свои слова, Пинжиева опубликовала снимок разбитых рук, который достаточно серьезно впечатлил ее фолловеров. Более того, несмотря на то, что руки девушки выглядели достаточно впечатлительно, Рима заметила, что это далеко не все, что она может продемонстрировать после случившегося эпизода. Майя Донцова считает, что женский коллектив надо менять. Девушка написала: «Я считаю, что женская спальня не заинтересована в отношениях, поэтому девчонок нужно поменять. Девочки никак не проявляют интерес к парням, постоянно от них требуют каких-то действий, поступков. Это, конечно, правильно, но не в тот момент, когда девочки сами начинают их обзывать, провоцировать, оскорблять. Я не думаю, что девчонки хотят строить отношения с теми парнями, с которыми их заселили. Единственная пара – это Таня и Даня. Они показывают настоящие отношения». Доходы двух самых популярных ведущих «Дома-2» давно являются поводом жарких обсуждений. Впрочем, в последнее время гадать о том, сколько зарабатывают Бородина и Бузова, не приходится. Обе девушки вошли в список самых богатых знаменитостей. К слову, еще в 2017 году обе звезды попали в список Forbes, обогнав даже Ксению Собчак. Не так давно в СМИ были озвучены точные цифры доходов Оли и Ксюши. Так, к примеру, на одних только концертах Бузова заработала порядка 144 миллионов рублей. Кроме того, порядка 40 миллионов Оля получила за рекламу в Инстаграм. Чуть меньше зарабатывает Бородина. Доход звезды за год составил порядка 55 миллионов рублей. Бузова обогатилась в общей сложности на 270 миллионов. Впрочем, в отличие от коллеги по Дому-2, Ксения стала счастливой обладательницей собственной недвижимости. Пока Ольга только мечтает о покупке квартиры, Ксюша и Курбан Омаров приобрели загородный дом, стоимость которого оценивается в 18,5 миллионов рублей. И это не считая роскошного ремонта и обстановки. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.